Партнер рубрики «Правила денег» – компания «Телетрейд». Эксперт на финансовом рынке. Добрый день! Индивидуальный инвестиционный счет может оказаться не таким интересным инструментом, как это всем казалось раньше. Инвестсчета разрешили открывать с 1 января этого года. Это специальный брокерский счет с налоговой выгодой. Если каждый год в течение 3 лет пополнять его на 400 тысяч рублей, то кроме доходов на фондовом рынке можно получать еще налоговый вычет в размере 13%. Управляющие подсчитали, что среднегодовая доходность такого счета составит 4,33%. Но если вы активно зарабатываете на фондовом рынке, то вам выгоднее воспользоваться налоговой льготой один раз – через 3 года по окончанию действия индивидуального инвестиционного счета. Такой способ инвестирования оценили многие, и теперь чиновники вынуждены придумывать ограничительные меры, пока они действуют только для управляющих компаний. Со следующего года этим организациям будет запрещено размещать деньги инвесторов на банковских депозитах. Есть и другие идеи Минфина, которые пока только обсуждаются, но они уже напрямую касаются частных инвесторов. Например, предлагается увеличить максимальную сумму счета с 400 тысяч до 1 миллиона рублей. То есть, чтобы открыть такой счет, нужно будет иметь свободных денег почти в 3 раза больше, чем сейчас. Это были «Правила денег».